Всем привет! Я Алина Дриева, и сегодня я расскажу вам, как легко и без стресса перейти от ненавистного спама к развитию личного бренда. Итак, недавно я прошла квест «Взломай MLM» называется. Этот квест направлен на известную соцсеть, это Инстаграм, а также можно развиваться еще и ВКонтакте. Чем мне помог этот квест? Этот квест дал мне понимание того, какие именно шаги нужно делать для продвижения своего личного бренда. Я много читала, много слушала видео разных коучей, но это все одно. Другое, когда тебе дают конкретное задание, и ты его должен выполнить в течение там одного или двух дней, либо ты вылетаешь. Вот что меня лично подстегивало. Всегда выполнять все задания, выполнять качественно и выполнять вовремя. Это все, что касается конкретно, ну, самого квеста. Что касается конкретно моей страницы, то есть, что изменилось на моей странице? Во-первых, я упаковала свою страницу красиво, так как делают, ну, известные личности, которые занимаются продвижением своего личного бренда. Это во-первых. Во-вторых, что я получила? Получила я уже входящий поток заявок. Что это значит? То есть мне начали люди сами писать. Как это не звучит радужно, но мне на самом деле начали люди писать, спрашивать, что за бизнес, как к вам включиться и так далее. И уже троих в период марафона я записала в свою компанию. Если ты такая же мамочка в декрете и хочешь зарабатывать для своего ребеночка прекрасного, любимого наверняка, то включайся в данный марафон, в данный квест, ты получишь очень-очень ценную информацию абсолютно бесплатно. Для того, чтобы включиться в марафон, нужно просто заполнить форму, которая будет под этим видео. Скажи, я Аслан, скажи, моя мама зарабатывает, ну смотри, Асик, скажи, Аслан. Всем пока, всем пока-пока.